Ну что ж, здравствуйте, уважаемые рыболовы. С вами я, Сашок. Вчера видео выложил, извините, там не записалось начало, еще минут 10-15. Хотел поговорить по поводу спиннингов. Ну, сегодня реабилитируюсь, разговор сегодня будет. Сегодня я облегчился, напрочь вообще. Мотаги у меня сегодня, 562, которая от 0,1 до 1 грамма. И взял еще с собой Никстина Майджикрафт, это которая от 0,5 до 2 грамм. На случай утяжеления. Вчера ходил, все, ну, выложил видео, как бы, извините, ни конца, ни начала. Немножко напортачил. Короче, хочу сегодня попробовать облегчиться еще больше. Ветер сегодня стих. Не знаю, что будет сейчас по утро. Часов 6 где-то. Вот. 8 апреля на дворе. Как вы можете видеть, водоем растаял, но вода мутнейшая. Грязи много. Ну как много? Грязи у нас всегда хватает. Кстати, уважаемые отдыхающие, рыболовы, блин, ребят, да нахрен. Убирайте его мусор за собой, ну сил никаких нету, а снег сошел, ну это пипец какой-то, просто пипец. По берегам, вот куда ни посмотришь, присутствие человека видно невооруженным взглядом. Ладно, поехали, короче, покидаем, в процессе пообщаемся. Всем приятного просмотра, с вами Сашок. Так, значит. Забыл сказать, катушка шапки 2, наносил 0,02, мормышка 0,5 грамм. Напоминаю, палочка на таге 0,21 грамм, 562 XUL. Значит, касаемо спиннингов, что я вчера хотел, как бы не записалось. Обратился ко мне товарищ один. Здравствуй, Сашок, туда-сюда, тыры-пыры там, в комментариях. Вот я увидел палочку, такая-то, такая-то, весит там 115 или 120 грамм. Я бы хотел приобрести ее. Что ты мне подскажешь? Ну, пишу ему, какая палка. Я уже не помню, мне название скидывает. Начинаю смотреть. И понимаю, что по палочке ничего мне сказать не может. Вот. Ни интернет не может, ни он не может. Значит, чтобы отнести будущие вопросы всякие разные. Хочу сразу вам посоветовать. Ребят, не надо покупать палки, в которых вы не можете найти нигде информацию. Первое. Второе. Для микроджига все, что 100 грамм, это уже тяжело, ребят. Вы не будете получать то удовольствие, когда вы вот такой вот тоненькой хворостиночкой, как говорится, меня ребят называют зубочисткой. Да? Вылаживаете рыбку, пускай там в ней 20 грамм, пускай 15 грамм, неважно. Но вы получаете от этого удовольствие. Вот. Чувствуете поклевку и все остальное. Когда же вы 120 грамм берете в руки, плюс вес катушки, у вас там вообще, наверное, грамм под 350 получится. Нет, ну, те, кто, как бы, переходит с большого спиннинга на маленький, может, конечно, 115-120 грамм покажется пушинкой. Но я вам честно скажу, для меня 100 грамм это уже вес. Вот. Поэтому есть палочки по 80 и даже можно за по 70 грамм найти.
там 75-78, но поверьте, удовольствие будет намного больше и лучше, если вы не будете покупать палки под 100 грамм, там 95, там, да даже 90 грамм, это уже тяжело для микроджига. Я вообще молчу про мормышник. Вот. Это будет намного лучше и намного веселее. Так что не берите палки, если вы не можете никакой информации по ним прочитать, найти. Вот. В идеале, конечно, пощупать, но оно так не всегда получается. Я многие палки заказывал в интернете, опираясь на отчеты ребят и на видео, которое выкладывается в Ютубе, статьи можно найти без проблем в интернете, там на форумах. То есть я думаю, больших проблем это не составляет. Вот. Поэтому посоветуйтесь, полазите в Ютубе. Многие, у кого свои каналы, я знаю, отвечают, и как бы проблем нету. Посоветоваться можно. Вот. Я вот пару купил, увидел видео в Ютубе вот про этот мормышник, да. Ну я уже рассказывал, у меня сначала началось микровертушек. Первая моя палка такая легкая, как бы вот в этом плане была Нобле, фирма корейская, по-моему, или китайская, я уже не помню. И нормально я ее ловил на МЭПС 2.0, то есть нашел информацию, почитал, она достаточно дешевая была, ну я ее покупал лет 7 назад, если не больше. Вот. Потом потихонечку увидел видеоролик про мормышник, заразился. Были мормышки как бы зимние дома, да, купил леску, тоже с лески начинал, 0,12. И пошло-поехало потихонечку. То есть как бы... Не экспериментируйте, не нужно это никому. Купите потом, когда найдете палочку, даже может быть по такой же цене, будете локти кусать, который будет легче, звонче и петь на распев, как говорится. Вот. Да, что-то тихо. Не хочет лыбка клевать. Так, по поводу спиннингов сказал. Касаемо еще одной вещи, это наносил. Многие тоже спрашивают, что лучше. Ребят, смысл в следующем. Я наносил ловлю где-то уже, наверное, года 3. Может быть, 2.5. Вот опыт мой мне подсказывает следующее. Для палок, которые до 3 грамм, да, если есть вот такие вещи, как у меня, вот, да, там, Матаги, Никстина, лучше использовать нанофил. Объясняю почему. Увеличивается дальность заброса. Я понимаю, сейчас многие скажут, 0,02 шнур, это волосинка, туда все, 5-10, да, согласен. Но дальность заброса увеличивается на, подчеркиваю, на несколько метров. Не сантиметров, а метров. Вот. Первое. Второе. Те, кто любит половить как бы в предзимье, после зимы, зимой, когда идет оттепель, когда некоторые люди с ума сходят, я знаю, в минус 20 ходят. Ребят, нанофил не пьет воду. Я уже не знаю, из чего он сделан. Потому что кто-то говорит, что это тонкая плетенка, обернутая в полиэтилен.
кто-то говорит, что это полиэтилен, сплетенный в нить. Могу сказать следующее, что потому как он расслаивается, скорее всего, это полиэтилен. Но он не пьет воду. Он, конечно, тащит на себе воду, тюльпаны обмерзают, но все это происходит не так. Вот. Можно взять силиконовый спрей специальный для этих вещей и как бы очень даже спокойно спшикивать. Я ходил, вот ловил, получал удовольствие. Вот. Единственная его болезнь, наверное, он не такой прочный. И, то есть не то, чтобы он не отвечает своим тестам, но если у плетеночки может быть запас, я имею в виду плетеночки достаточно распространенные, да, у плетеночки может быть запас, то у монофила этого запаса не будет. Вот это вот, то, что у меня стоит для таких палок, я себе покупал специально 002 монофил, он самый тонкий, но, еще раз говорю, забрасывает, просто красота. Поэтому, если кому-то нужна дальность заброса, да, у меня и 004 есть монофил. Вот в прошлом году я его эксплуатировал по-черному, потому что пруд у нас мелкий, где я окунь дербанил по осени. Вот. И он брал, он то пруд подзарастает, и, естественно, окунь брал чуть ли не на середину. Ну, после работы брать лодку, тащить, понятно, сюда проще докинуть с берега. Поэтому я брал монофил, добрасывал, кидает он, ну, то есть приманка вылет обалденный. Поэтому смотрите сами, если вы ловите, где вам особо далеко, там метров на 40-50 надо кинуть, это один разговор. Если нет, есть плетеные шнуры, гладкие какие-то там еще, но я говорю с точки зрения экономии. Да, на Алиэкспресс он стоит за 1000. Я не знаю, с чем это связано, но у нас в рыбном магазине, например, он стоит порядка 700-800 рублей катушка. Что-то реально. То есть, вот на 2 года, то есть вот хватает. Он рвется, да. Иногда ставлю поводочек 0,10 или 2,08 из лески простой. Иногда леска крепче, чем у нафил бывает. Но зато заброс офигенный. И единственная его болезнь при намотке, при какой-то эксплуатации неправильной, да, там вы что-то потянули, он может немножко расслаиваться. То есть он идет, насчет плетеного не знаю, он идет параллельно. Вот. И он на такие волокна может расслаиваться. Но это мне ребята рассказывали. Я на такое не попадал, слава богу. Поэтому ничего сказать не могу. А, что-то тихо. Так, ладненько, будет еще интересно, включу. Ну, что хочу сказать. На мотаге тишина. Нимфы ставил вообще ноль. Ни тычка, ни поклевочки. Сейчас поставил никстину. От 0,5 до 2 грамм, которая Magicraft выпускает фирма. Ну, пока тоже тишина. Поставил Nano G-Creek 0,8 грамм грузик. И Андрюхины приманки самодельные. Но тоже тишина. Хочу вот что сказать вам, уважаемые подписчики. Есть такой очень хороший канал. Везет его Костян. Называется «Мой мир». Так что рекомендую. Человек специализируется по воблерам, но смотреть одно удовольствие. Ну, что касается канала Костя. Канал хороший, канал веселый.
правильные вещи мужик говорит, мне очень симпатизирует. Можете это считать рекламой, но я рекомендую посмотреть это, когда человек красиво, хорошо говорит, с приколами, с шутками. Он перешел на другой пруд, но я так понимаю, толку не будет сегодня, не знаю, с чем связано. Вода пошла еще. Может быть, конечно, в этом причина. Потому что вчера такого течения не было. Видно, то ли сбросили где, но вода пошла. Ну, ладненько. Короче, будет что-то поинтереснее, включу. Короче, подытожим. Погода роскошная. Ну, я так понял, что прибавление воды, прибавление хорошее, клёву не способствует, потому что я уже мормышку с мотылем ставил, нимфы гонял, вообще тишина. Рыба брать не хочет. По снастям еще раз пробегусь. Шарки 2, катушечка, нанофил 0.02. Спиннинг Никстина. От 0,5 до 2 грамм. Майджа Крафт выпускает. Вот. Кстати, сразу хочу сказать, что может будет интересоваться, что Никстина я покупал давно, я покупал, уже говорил, не помню. Но я говорю, она тогда уже была в районе 7 тысяч рублей. Я сейчас не знаю, цены повысились на них, нету. Но если брать сравнение со Спектр от Митсури, то она работает вся. У Спектра у него работает вершинка в основном, то есть видно, солидная вклейка идет. Вот так вот. Но Митсуи подлиннее. Заброс нехороший очень. Ну, в общем, короче, как и так. Рыбалка сегодня по нулям, но погулял. Как говорится, нет худ без добра. Но рыба не берет вообще. Вообще глухо. Ее видно подъем воды. Вон, резкий. Вот за ночь это все буквально произошло. То, что вчера здесь был. Ничего подобного не видел. Вода подскочила где-то сантиметров на 30, на 40, наверное. Даже плотва не гуляет. Ну, весна, видно, рыба к нересту готовится. Может, уже нереститься. Я фиг его знаю. Ладно, на этой, так сказать, не очень веселой ноте. Ставьте лайки, кому видео было чем полезно. Андрюха, кто делает приманки самодельные, тебе привет. Костян, тебе тоже привет. Короче, все, закругляемся. Пора двигать домой. А, и с праздничком всех. Ёшкин кот, забыл уже. Всем Христос воскресе, как говорится. Пускай Бог вас хранит. Ладненько, всем пока.